И я могу все объяснить. Объяснить, как ты ее трахал? Не трахал я ее. Кого это? Мачеху свою. Он у нас мачеха ёбарь. Ну, блин. Во-первых, она мне не мачеха. Во-вторых, я ее не трахал. Она просто ему отсосала. Так ты мачеха сос? Во-первых, я ничего не сосал. Во-вторых, она женщина, у нее нет пениса. О, ну тогда мачеха соска. Нет. Во-первых, она мне не мачеха. Во-вторых, давайте уже сменим тему. Значит, она тебе все-таки отсосала. Только если технически. Это случайно вышло. Ты подскользнулся и упал хреном ей в рот. Мы стояли в кухне, и вдруг она полезла вниз. Я ее даже остановить не успел, как она вытащила его, запихнула в рот, а я такой: «Эй!» А потом я такой спустил ей в рот. Спасибо.